Итак, нужно было в Excel реализовать воронку продаж. За каждый день у нас есть информация по количеству выручки, которую принес нам сотрудник, по количеству проданных штук товара данным сотрудникам, по количеству чеков, которые принес данный сотрудник, и общее количество входящих звонков для нашего магазина. Исходя из этих данных, мы считаем вложение в каждый чек, мы считаем средний чек, и мы считаем конверсию для данного пользователя. После этого за каждый день мы подводим итог, за каждую неделю и за каждый месяц. Сложнее всего было реализовать итоги. Итоги реализуются на закладке «Данные. Промежуточные итоги». Нужно было вначале сделать итоги по номеру месяца, затем по номеру недели, затем по дню недели. В итогах мы суммировали данные по ячейкам для выручки, для продано, до количества чеков и для конверсии, а потом для ячеек вложения в чек и средний чек мы сделали отдельный просчет. Мы выделили все пустые ячейки и для каждой пустой ячейки в столбце сдали значение, исходя из соседних ячеек. И теперь наш отдел продаж получил хорошую аналитику по своей воронке.